18 января 2024 года исполнилось бы 100 лет человеку-легенде, генералу, посвятившему всю свою жизнь служению Родине и Бурятии, Николаю Васильевичу Патуханову. Он не дожил до этой даты всего 4 года. Участник Великой Отечественной войны, министр внутренних дел Бурятии, замечательный друг и товарищ. За его плечами красиво доставили Родине жизненный путь. Николай Васильевич, почетный гражданин Республики Бурятия, участник Великой Отечественной войны, депутат Верховного Совета Бурятской ССР, 6 созывов. Мы еще будем, конечно же, на Кабанской земле отмечать завтра в его родном селе Корсакова, отдавать дань уважения этому легендарному, великому человеку. Но я хочу сказать, что память об этом человеке всегда будет жить с нами, пока жива память, жив человек. На мероприятие собралась широкая общественность в лице коллег, современников и последователей Николая Батуханова. Также на мероприятие прибыла дочь Наталья. Мой отец был человеком абсолютно преданным делу служения Родине, ее защиты и тяжелые дни Великой Отечественной войны и мирные дни. Мемориальную доску Николая Батуханова открыли на здании МВД по Бурятии, потому что именно сюда он приходил на службу в течение 15 лет. Мария Латышева, новости дня.